Здравствуйте, друзья! Настало время сделать внекорневую подкормку винограду. Делаю я это с помощью кристаллона. Это комплекс водорастворимых минеральных удобрений с микроэлементами для подкормок растений. Здесь я делаю сумму зеленого и желтого кристаллона. В зеленом кристаллоне у нас НПК 18, 18, 18, а в желтом у нас НПК 13, 40, 13. Вот такой вот смесь я делаю с помощью ложечек. Дозировка 15 грамм зеленого, 15 грамм желтого и в электрический опрыскиватель. Опрыскиваю на 10 литров, эти 30 грамм и опрыскиваю в некорневую подкормку, делаю винограда. Дело сделано.